Сегодня я хочу рассказать о хранении радиоаппаратуры из бывшего СССР. Этим занимаюсь я уже давно, где-то более 5 лет. И экземпляры, примерно, как в таком состоянии, как мелодия, встречаются очень редко. То есть здесь практически ничего не делалось. Буквально небольшая ревизия. И иголка родная, то есть состояние корпуса, ни царапин. И фиксированные настройки, вот они есть, все в комплекте, кнопки, все целые, царапин нету. То есть шнуры родные. Тут, конечно, малека не нарощены, видно, колонки это хотели подальше от аппарата подвинуть. Царапин нету, стекло без трещин. То есть здесь механизм как новый, то есть краска как заводской, хотя аппарат 78 года. Сейчас покажу, у меня хранятся на летней кухне аппараты, которые я приобретал из гаражей. Например, вот тоже радиотехника, сразу видно царапины, наклейка. Открываем корпус, смотрим, пыльный весь, соответственно, краска, кнопки все целые. Царапины по корпусу. Здесь для наушников гнезда нету, то есть царапины. Здесь, знаю, работоспособность еще неизвестна, не подключал. То есть вот такой аппарат гаражного хранения, их называю. Для сравнения, потому что бывает, когда продаешь аппаратуру, то радиотехника буду продавать мелодия 101 за 5000. Так как есть паспорт, рабочие, то есть, ну, вы видели звучание в предыдущем видео. То есть, этот аппарат, в него нужно еще вложить сколько-то денег. А стоит он от того или нет. Тут еще вот ручки приделал хозяин, чтобы для переноски сам от чемодана видно. И поэтому аппарат аппарату рознь. То есть, аппарат стоит 5000 мелодий тот. А вот этот, я бы с ним расстался бы, наверное, за 1000 рублей. Тут есть еще у меня Vega 323. Тоже еще не подключал, но у нас квартиры у меня. То есть с квартиры в таком тоже состоянии. Ужасном. Но, пожалуй, все. Будут еще подписчики, разобьем тему дальше.